Короче, доброе утро. Настя говорит, что мне не нужно больше гоненьким ходить, но мне кажется, все равно кому-нибудь из вас, может быть, это даже нравится, да? Да-да. Сегодня у нас 7 мая. Друзья, через 20 дней наступает лето. Хотите кое-что покажу? Сейчас я кое-что вам покажу. Смотрите. Смотрите. Не знаю, видно, нет? Снег. Снег. Снег, Карл. Все, приятного всем аппетита. Нам тоже начинаем новый день. Надеюсь, он будет веселее, чем последние два. Но даже домашние влоги, я знаю, что вам нравятся. Поэтому у нас всегда есть способ вас развлечь. Скоро Новый год! Да, Новый год. А сейчас мы идем. Настя, скажи, Саша. Паша предложил мне поучиться водить. Я боюсь. Друзья, я думаю, ну ладно, ничего. Я знаю, что у Насти все хорошо. Только ты следи, я боюсь. И будет все плохо, чувствую. В смысле, я нормально так, ты даже раньше водила. Вот когда она говорила мне тогда, что она раньше водила и садилась, и не знала, где какая педаль и для чего. Так подожди, я не помнила, просто уже забыла. Ну, у меня же опыта это нет. Просто забыла педали для чего. Это ж так сложно, ты педали запомни. Да. У меня очень. Вот, поэтому ожидайте, сейчас будет полный капец. Только не ругайся. Я надеюсь, что я кричать. Если ты будешь ругаться, я буду ругаться. Я надеюсь, что я кричать на нее не буду. Я постараюсь на нее не кричать, честно. Но не обещаю. Так, друзья, едем по нашей реке Пермской Каме. Все, кто знает, все напишите в комментарии. Там, кстати, напишите в комментарии. Кто из Перми? Напишите, я из Перми. Просто посмотреть, насколько у вас много таких же, как мы, деревенских. Вот она, моя гоночная трасса. Так, ты далеко сидишь, как-то вообще неудобно. А повыше нельзя его поднимать? Да ты двигай сиденье под себя, естественно. Нужно сначала настроить сиденье в первую очередь. Итак, сегодня у нас урок вождения с Павлом. Первое дело, мы сели в машину, настраиваемся приблизительно под свои ноги, подвигаем спинку сиденья, потому что Павел лежит обычно за рулем. Так, спит. Отлично. Нет, так, Настя, да? Настя будет выглядеть как эти, вот они, знаете, вот эти вот, начинающие. Вот это и педали почувствуй, сцепление понажимай. Где сцепление? Так, стоп, я еще знаю, это... Газ. Это газ, да? Тормоз. Да, конечно. Газ сцепление. Отлично, с третьего раза мы угадали. Сцепление, газ, тормоз. Нет. Газ, тормоз. Да. Блин, как-то вообще неудобно сделали. Неудобно сделали. Сначала научись тормозить. Про газ вообще забудь. Смотри, у тебя две педали сейчас. Левые две. Левая и посередине вот эта. Запомнила? Да. Та, которая справа, газ, она тебе не нужна сегодня. А мы будем на этом, на нитро доездить. На нитро. На нитро, что говорю? Будем на нитро сегодня, первый урок на нитро и башню, короче. Ну, чтобы тебе было удобно. Теперь тормоз понажимай. Я тебе, блядь, сказал газ вообще не нажимать. Это я нечаянно перепутал. Блядь, как можно две педали перепутать, третью нажать? Так мы нажимаем тормоз. Давай еще раз тренируемся. 10 раз подряд. Сцепление, тормоз. Еще раз. Сцепление, тормоз. Посмотри на нее. Где первая передача? Вот. Вот. Значит, надо сюда и вот туда. Нет. Это значит, то, что сначала нужно сюда, а потом вот сюда. Ну, так это понятно. Ну, хорошо. Так ты сначала показал то, что надо вперед. Давай влево и вверх. Хорошо, включили. Теперь спокойно, не держи коробку. Все, ты включила передачу. Теперь тихонечко отпускаем тормоз и тихонечко отпускаем сцепление. Не торопись, прям медленно, 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 медленно. Сцепление. Так, еще чуть-чуть медленно. Оп, все, мы едем. Отлично. Как тормозить? Еще раз покажи. Нет! А, сцепление надо и тормоз. Сейчас тормозила тупо тормозом. Блин. Давай еще раз. Как надо тормозить? Как... Почему мы 10 раз учились, как тормозить, а в итоге ты тормозишь тупо тормозом? Ну, объясни мне, почему. Хорошо. Продолжаем. Тормозим. Тормозим? Да.
тормозим. Сначала выжимаем сцепление, потом выжимаем тормоз. Ну, нормально. О, а лучше маленько, да, вроде стало. Молодец. Ты не отпустила тормоз, а сцепление отпустила. Что сложного, объясни мне. Да блин, ну не дави на меня-то. Что я на тебя давлю? Почему ты не отпустила тормоз сейчас? Забыла? Две педали? Одно и то же 10 раз уже сделали, ты забыла? Тише, тише. Гоняем! Гоняем! Снова поехали. Две педальки, одна передача. Настя, может, это не твое все-таки? Тихо! Ой, не знаю, мне кажется, страшно вообще такую женщину отпускать за рулем. Скорость. Я себе убрала эту штуку сделать. Ножки остаешь. Мне так понравилось, можно еще раз так же? Нет. Все, на сегодня хватит. О, моя прическа. Мне понравилось. Я думаю, что надо каждый день стараться ездить, чтобы не забыть. Вот если не повторять, то я забуду все. Не, каждый день это дорого. Настя нашла хорошие купальники. Мне много какие нравятся, но... Да блин, там все на... Паша сказал, на мужиков они. Они на мужиков. Вот, например, вот на мужика. Тут нету титик, никак у меня все выпадет оттуда. Все для беститишных. А у нас, видите, у нас с Настей проблема. Ой, у нас титьки огромные. Они постоянно выпадают, когда я, например, ныряю. Вот так вот нырну, вот такая здесь титьки. Да, скоро пляжный сезон, готовьтесь. Настя будет нырять. А мне будет лень монтировать, я буду выкладывать как есть. А, так что... Нас заблокируют. Будет куча сисек. Хорошо. Снег. Это снег, реально, вот, друзья. Смотри, просто снег. Снег. Друзья, вы это видите? 7 мая. Ужас. Ужас. Город засыпает. Просыпается мафия. Да, друзья, мы раньше очень любили эту игру. И сейчас мы решили сходить к нашему другу, к которому мы всегда ходили в его кафе. 100 лет мы не были в таком заведении. И решили вот сейчас сходить. Вот такие. Пойдемте вместе с нами. Вообще, мы весь день уже просрали. Мы что-то... Сначала что-то чуть-чуть поругались там по поводу свадьбы. Опять. Ну, не поругались, опять что-то общались так. Непонятно вообще, что кто. Настя там что-то грустила, все. Вот. А сейчас мы спокойно уже... Мы больше не снимаем вам про свадьбу наши мысли. Потому что знаем, что они вас уже самих бесят. Нас тоже бесят. Поймите правильно, это просто сейчас вопрос жизни и смерти. В общем, доехали. Никакой мафии больше нет, никто в нее не играет в последнее время. Завтра, может быть, сходим. Может быть, завтра мы сходим. А сегодня, видимо, нам говорят, сидите домой, монтируйте видео. Зачем? Давай. Я боюсь. Там, типа, кафе какое-то? Там бар или что? Там какая-то тусня. Тусня какая-то. А мы что-то такие недусовочные. Вы позовите куда-нибудь нас? Мы пойдем, да? Вот когда пьешь, тогда проще как-то, да, найти компанию и какое-то занятие. Найти компанию надо. Ну ладно, кто мы не пьет? Мы, значит, семья просто уже, значит, дедушка и бабушка. Мне уже надо пораньше спать ложиться. Склероз там и так далее. Да. Мы одни, походу, с тобой едем сюда. Так страшно. Настя сыкует покататься на штучке. Где дяденька? Там нету никого. Они сейчас идут, подожди. Давай пока типа это уберем в машину, еду. Оп. Настя уже готовится.
Давай, садись. Настя очкует. Не будет с очкой, тебе сказали все. Ты его держи, блин. Согласен, согласен. У вас вот такие. На нас накричали. Дядя злой какой-то пришел. Да. Сейчас кто-то мне ее Кинг-Конгом вызвал. Кинг-Конгом? Он сказал, если на вашу машину сядет какой-нибудь Кинг-Конг, вам понравится. Типа ты жирная тварь. Я ж говорю, мы жирные твари, даже люди это замечают уже. Друзья, посмотрели только что фильм «Лобо». Настя уже спит. Мы вам всем желаем спокойной ночи и сладких снов. Вы, наверное, меня вообще не видите. Ну и не важно. Давайте. Спокойно. Ой, нет. Удачного дня. Приятного аппетита. Всем всего хорошего. Пока-пока.